Уважаемый Гейб Ньюэлл! К вам прибыло... Русские здесь! Русские здесь! Водка, балалайка, спасибо, братуха, бабушка, маму, добро пожаловать на раздачу инвайтов, друзья. Империя, вам слово. Шаурма! Я менеджер Империи, Корбен, и я представляю вам Гостика. Ни один инсайт не способен передать, насколько Гостик охерительный. Одно его присутствие в нашей команде уже достойно инвайта на International. Наш нос дорос! Наш нос дорос! Дорос! Virtus.pro, вам слово! Мы медвежата! Уважаемый Гейб, я представляю вам нашего игрока средней позиции. Это лучший мидер за последние 10 лет. Нунчик сломал историю Дэнди, как это бревно. Вам слово, Нави. Мы новая эра! С Дэнди было бы изи. Поэтому я привез сюда Лила. Вы не ослышались, Лил теперь с нами. Это лучшая четверка в мире, способная выиграть игру даже на одной птичке визажа. А что касается его высказываний. В реальной жизни Лил тоже весьма-весьма хорош. Медийка сомнительная, конечно, но мы ее поднимем, вот сюда вот. Но сначала закончим с Кристаллайзом, тоже отличный парень, если что. Что? Рамзес! Где ты? Где Рамзес? Или это был тот самый блондинчик в очках? Любитель дамочек постарше? Зато он мне мид выигрывает. И нам проигрывает. И при всем при этом я никогда не тильтую. Да ладно, не парься, желтый. Вас и так позовут. ПТС-ки-то получили. А где ваши ПТСы, придурки? Жри шаурму!